Так что в последнее время много появляется просьб, призывов, только непонятно к кому, наверное, к Богу, то есть Татьяне Анатольевне Тарасовой, о том, чтобы Евгения Медведева снялась с чемпионата мира. И не совсем понятно почему. Если люди разделяют ту идею, что Женя участвовала на двух чемпионатах мира и все два чемпионата выиграла, и дабы сохранить это достижение, потому что шансов на выигрыш предстоящего чемпионата мира близки к нулю, то чтобы не рисковать вот этим достижением, лучше сняться. В этом случае да, это было бы достаточно разумно, чтобы завершить сезон и готовиться к следующему. Однако выясняется, что позывы этих дряней в другом. В том, что Медведева нагло украла у Токтамышева место в составе сборной, посредством судей, естественно. И должна у нее появиться совесть, чтобы она отказалась от поездки. Достаточно странные мольбы, и тут на самом деле не скажешь, кто лучше. Как уже было сказано, Лиза стабильнее, хотя последние два соревнования это поставили немножко под вопрос. Но с другой стороны, у Жени компоненты выше. А то, что у Токтамышевой отличный тройной Луц и тройной Аксель, ну так у нее 4 года назад все это было. И 4 года назад ей удалось все это выиграть. А что было в следующие 3 года? А было то, что было на последних двух турнирах. Всегда и во всем в первую очередь нужно думать о будущем. В данном случае это следующий сезон, на который нужно сохранить 3 квоты. И единственное, в ком можно быть более-менее уверенным, это Софья Самодурова. Загитова, Медведева, Токтамышева, тем более Константинова, вероятность того, что у кого-то не получится, очень высока. Поэтому как есть, так и есть. Чемпионат мира уже через неделю. Желать, чтобы кто-то снялся, чтобы потом в суете были замены и прочее. Ну что за сущие глупые дряни?